Блять, чё это, блять? Чё? Финц, или как это, Винс, блять? Это как? Просто... Это что? Это пиздец, пацаны, это пиздец. Просто, мать его, смотрите, блять. Чё? Мне показалось, у него череп на голове нарисован. Не, ну... Ну, почему бы нет? Почему бы и нет просто? Чё, блять? Бля, я хочу его просто, я хочу его. Дайте мне полетать. Ебать, она летит! Она летит! Ёбаный в рот! Ебать! Ебать! Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас обзор сервера Зверь Ролиплей. Не знаю, правильно читаю, потому что мой английский желает мне лучшего, конечно же, да. Сегодня у нас будет обзор этого сервера. Так, вот меня встречает, в принципе, основатель, как я понимаю. Будет меня возить, показывать и так далее. Чуваки, открытие будет 15 декабря. Если что, я группу IP и модпак оставлю в описании, чтобы вы могли, так сказать, подготовиться. Сегодня у нас какое число, я не помню. 7 или 8? 8, по-моему, да. Совсем скоро будет открытие, в принципе, поэтому кому понравится сервак, в принципе, я все ссылочки оставлю в описании, а вы уже потом в группе все посмотрите подробно и так далее. Так, и мы приехали куда-то, я не знаю куда. Сейчас посмотрим, что здесь находится. Ага, здесь у нас мэрия. Окей, здесь мы что можем сделать? Оформить паспорт можем, в принципе. Мы получили паспорт. И давайте посмотрим, какие здесь работы есть. А, я не могу, я же гостник. Так, и можем создать семью. Создать семью. 2 миллиона нужен, 10 уровень. Окей, это нам пока недоступно, в принципе. Ну, прикольненько, чё. Прикольненько. Так, давайте садимся. Меня уже в армию, в принципе, приняли, поэтому... Да. Уже зашел на сервер и сразу в армию. Ну, пиздец. Так, больничка, больничка, больничка. Давайте посмотрим больничку, в принципе. Меня радует, что, блядь, скутеры стоят. Тут, блядь, вот заходишь, блядь, ни скутеров, нихуя, пиздуй пешком, куда хочешь. Ну, я знаю, где я такой интерьер уже видел, в принципе, ну ладно. Я думаю, вы тоже догадались, где такой интерьер есть. Ну, в принципе, блин, все интерьеры, все моды в открытом доступе, поэтому я считаю, здесь ничего такого нету. Как бы, поэтому все нормально. Так, вот он врачом устроился, в принципе. Ну что, больница нормальная, что ему сказать. Больница как больница. Так, справочная, так. Оформили медкарту. Успешно получили медкарту, чтобы... Так, окей, а что тут еще есть? Набор организации открыт. Так, окей. В принципе, можем идти дальше. Так, давайте я сяду в машину. И мы поедем дальше. В принципе, будет подробный такой обзор сервера, поэтому ставьте лайкосики, повторюсь, кому понравился сервер. Все ссылки я оставлю в описании. Ну, вы, конечно, описание не смотрите никогда, но я его оставлю все-таки, да. Уф, уф, у них даже на номерах написано «Зверь Ролиплей», пацаны, это уровень. Рамочки на номерах, это уже что-то прям пиздец. Так, вот у нас модпак, давайте посмотрим, в принципе, у нас Волга здесь. Не, пацаны, это топчик. Это реально топчик. Здесь у нас X6M есть, так, Mercedes, в принципе. О, бананчик есть, это топчик тоже. Блять, чё это, блять? Чё? Финц, или как это, Винс, блять? Это как, просто? Это что? Это пиздец, пацаны, это пиздец просто. Это пиздец, Бугатти Чирон в раскраске винили Винкс. Блять, это... И у меня слов нету просто. Ну, такая Маздочка есть, в принципе. Ланцер. Ну, такие советские тачки тоже, конечно, есть. Так, Шевле Нива. Аментадор. Кабан. По-моему, 600-й. Нет, 500-й, точнее, так. Это мы видели, крузачок. BMW M3 кабриолет. BMW i8. Так, Porsche Cayenne, Audi какая-то. Не знаю, какая точно. Hammer. La Ferrari. Четырка, пятнашка. Honda S2000. Так, Subaru BRZ, по-моему. BMW. GMC. GTR, Priora была. Так, ну модпак необычный. Так, Mercedes, не знаю, какой именно. Тойотка, Лада Веста, Скайлайн, золотой гелик. Ебать, он блестит, бля, ебаный в рот. Не, ну это точно пушка-гонка.
Так, это у нас Honda, не знаю какая. Бля, чё за модпак, ебать? Я такого модпака вроде не видел, это пиздец. Так. О, вот это то, что надо, ну. Она красится? 222. Не, к сожалению, она не красится. Ну да, печалька. Кстати, сервер без бонуса. Если что, RP сервер. Блядь, ебать, модпак просто мозг выносит, это пиздец. Я думал, я все видел в своей жизни, но оказывается нет. Так, мы пришли сначала. Я даже не знаю, что купить, пацаны. Я реально не знаю, что купить. Надо что-то выбрать. Я не смог пройти мимо этой волки, пацаны, ну блин. Это топ. Ебать, там, что там под мотором стоит вообще? Она просто еще заниженная, просто до жопы. Так, погнали за этим чуваком. Не, реально, блин, стелит вообще жестко. Согласитесь, прям. Прям, ну, стелит. Ну, хули бы нет. Вообще, топчик Волга, на самом деле. О, да. Просто топ. Так, квартирки. Квартирки, давайте здесь квартирку купим. В первую очередь, я думаю, да. Квартира нам нужна будет, чтобы парковать нашу просто охуенную Волжану. Так, давайте заходим в подъезд, войти. И купим себе сейчас квартиру. Квартиру какую купим. Не знаю, какую, конечно. Ну, давайте я посередине хочу. Так, купить. Все, мы купили квартиру. Давайте посмотрим интерьер. Так, что у нас по интерьеру? Кухонька. Это у нас параша, в принципе. Да. О, ну, неплохо, что. Нормально, пойдет. Жить можно, я думаю. Все, я припарковал свою Волжану. Прям вот так вот, прям, ну. Блин, какая же она стильная просто. Салон этот красный, пацаны. Просто лайк за Волгу. Так, чё, поехали куда? Куда тулим? Куда мы тулим? Вот то. У него комарик, по-моему. Ну, блин, Чирон в раскраске Сфинкс, или как они там называются, Винкс, это пиздец. Так, здесь у нас... Ёбаный в рот. Это законно, что, блин, выдают мусорам гелик золотой? Или это Давидыч приехал? Хрен знает, конечно, это сильно, реально. Блять, я только что увидел его скин, я охуел. Просто смотрите на этот скин. Просто, мать его, смотрите, блять. Чё? Мне показалось, у него череп на голове нарисован. Не, ну... Ну, почему бы нет? Почему бы и нет просто? Увидели, блять, это... Блин, чем дальше, тем больше удивляет этот сервер. Да, вы там напишите, ой, ты за каждый сервер говоришь, что он охуенный. Чё, блядь? Вот такая хуйня была всегда, пацаны? Я не помню. Вот этот фонарик был всегда? Чё происходит просто? Блядь, чё происходит? Да, вы там пишете, что я о каждом сервере говорю, что он охуенный и так далее. Но каждый чуваки сервер, как бы, у него своя изюминка, поэтому... Тут, конечно, дохуя как-то изюминок, пацаны. Бля, я не помню, что такой фонарь был... Откуда? Я не помню, он что, реально, ну, в обычной игре есть такой фонарь? Не, серьезно? Не, вы серьезно прям, да? Как? А, он выключил. Блин, его включать можно, выключать. Чё, блядь? Фух. Так, конечно, блин, для меня сегодня удивлений как бы много. Стоп, это Легера? Стоп. Стоп. Кёникс Легера, давай в СМИ, давай. Так, это армия у нас, я так понимаю, да? Блин, я в СМИ хотел. О, у меня парашют есть, заебись. Нихуя себе танк, блядь. Он такой здоровый, как моя хуяка. Угу. Не, ну, он прям очень советский. Он прям очень советский. Я могу у него сесть? Неужели я могу у него сесть? Я могу у него сесть. Пацаны, тоби пизда. Ёбаный свет. Ой, блядь, я не хотел, я случайно. Не, ну танк, конечно, блин, но вот модпак у них пиздец какой, блядь, странный. Я таких еще не видел, серьезно. Что-что, но я такого еще не видел. Ой, блядь, давайте танк туда засунем. Ой. Спаривание танка с вертолетом, пацаны. Когда-то такое видели? Я туда не заеду. Я туда, к сожалению, не заеду. Так, давайте
его посадим. Давайте я его на место поставлю, наверное, и все. Чё, блядь? Бля, я хочу его просто. Я хочу его. Дайте мне полетать. Дайте. Блядь, это чё такое просто? Это пиздец. Это просто пиздец, пацаны. И вы говорите, блядь. Я для вас реально эксклюзив сейчас снимаю просто. Просто эксклюзив. Я реально такого не видел. Садись. Садись ко мне, давай, давай, давай. Я хочу полетать на этой хуёвине. Как её поднять в воздух? Ёбаный ты. Я получу. Чё? Как лететь? Как вот залететь? Чё, блядь? А можно еще раз, пожалуйста? Так. Так, я хочу на нем подняться. Бля, он не влетает. Либо я дурак, либо лыжи нет. Он не взлетает. Заспавание. Еще один такой. Так. Пусть он заспавнит еще один такой. Так, он вообще вышел. Лол. Я полечу за вами. Блин, что-то чувак офнулся, да ладно. Блин, это такая хрень тень. А что она не взлетает, я не понимаю. Как ее в воздух поднять? Она же вроде не застряла нигде. Не, я такого еще не видел, пацаны. Я, блядь, такого еще не видел. Так. Свидетели. А, энгины. Энгина. Блядь, Ебать, она летит! Она летит! Ёбаный в рот! Ебать! Ебать! А как дальше? Что дальше делать? Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ебать! Не, ну это пиздец, пацаны. Вы такое где-то видели? Я нет. Я такого еще никогда в жизни не видел. Бля, взлети, 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 лети. Так, давайте приземлимся, в принципе. Посадим чувака, он зашел, по-моему. Бля, я такого еще не видел, пацаны. Это пиздец, это пиздец. Просто смотрите, что он может. Смотрите. Он может задний люк открыть даже. Вы выкупаете? Просто смотрите. Сейчас я приземлюсь, смотрите. Сейчас мы откроем эту хуйню. Все дела там, ла-ла-ла. Ой-ой-ой, он сейчас взорвется. Ну, короче, та дичь открывается, пацаны. Это факт. Я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.